Все-таки ходят в ларек и что там покупают. Смотри-ка, они такие же, как и мы, почти. Вот, и я хочу сказать, бочка. Сказали, что будет тут палатка скоро, и будет бочка для того, чтобы можно было греться. Будет палатка для круглосуточного дежурства. И палатка для круглосуточного ресурса. Дежурства. Друзья. Мы спокойны тем, куда может пойти эта воинская часть, которая подчинена радикальным силам в Киеве. Если она поступит приказ, куда она пойдет, в какую сторону города, и вообще какой будет нам выполнять приказ. Хорошо, я поняла. Я слышала, что вас беспокоят эти люди, присягали на верность Януковичу. Вы считаете Януковича до сих пор легитимным президентом? Нет, они Януковичу не присягали. Они присягали народу Крыма. Янукович, какой бы он ни был хороший либо плохой, он остается главнокомандующим. Это единственный легитимный. Я считаю, что любой военный, любой офицер обязан, а у нас практически военное время, обязан подчиняться главнокомандующему. Хорошо, какой скажите, бы он пожалуйста, ни был, но не фашистский. Вот Янукович, он, какое его главное достижение вот на посту президента? Что он лучше всего сделал? Вы знаете, ничего. Но подчиняться ему надо. Ну да, он был выбран народом, это закон. И закон должен соблюдаться. То в том числе и офицерами, и обычными гражданами. То есть вы верите, что значит, мы должны подчиняться Януковичу, который ничего хорошего для нас не верите, делал? Что мы должны подчиняться радикалам, неофашистам, которые сейчас... Нет, мы сейчас вас обсуждаем. Но это вам, в принципе, и ответ. Только вы вряд ли это выложите. Да, вы сейчас уже в онлайне, вас 530 человек смотрит. Да, сейчас должны подчиняться ему. К сожалению, другого выбора нет, но не подчиняться неофашистам. Это, к сожалению. А неофашисты это кто? Это самая радикальная партия «Свобода». А которая... в чем вот выражение что, того, что они неофашисты? Как вы понимаете, что они неофашисты? Посмотрите, в прошлом году, когда пенсионеры ехали в автобусах на 9 мая под флагами «Свободы», они избивали этих пенсионеров. Вытаскивали из автобуса. Подождите, кто ехал в автобусах под какими флагами? Ехали в автобусах пенсионеры. На 9 мая. На 9 мая. Хорошо. Партия «Свобода» под их флагами с неонацистской свастикой, с лозунгами фашистскими. Ага. Они вытаскивали пенсионеров и избивали. Ага. Я думаю, все это могут найти в интернете и посмотреть. А где это происходило? Точнее. Давайте вы посмотрите все это в интернете, не пытаясь своими глазами. Как искать? Избиение пенсионеров. А вы просто наберите «Партия Свобода». Вот, и вам очень много чего появится информации. То есть партия и вы «Свобода»? Просто увидите не только это, и многое другое. Угу. Хорошо. Опять-таки, интернет остается главным аргументом в споре. То есть, возможно, в интернете мы найдем вот это вот избиение партии «Свободы» и пенсионеров. Я думаю, что это реально безумно интересный материал. Если найдете, присылайте нам ссылку. Потому что именно на основании этого материала люди до сих пор еще считают, что нужно подчиняться Януковичу. Тут посчитаем, вот мне сейчас просто ради интереса посчитаю количество протестующих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Вот я насчитала 29 человек, включая человека в красной шапке. Я предполагаю, что скорее всего, их 30 плюс 1. Вот это вот то огромное количество людей в Крыму, в Керчи, которое очень сильно поддерживает как бы пророссийскую политику и блокирует, тут пикетирует всячески, не выпускает украинскую армию из части. Вот такие новости из Керчи. Смотрите нас. Дивіться нас, думайте, йдіться, а ми продовжимо для вас трансляцію з Керчі, якщо тільки знайдемо щось іще цікавіше.